Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Игорь Конюшков, здравствуйте. В начале выпуска о погоде. Необычайно теплая для осени температура ждет горожан в ближайшие дни. Синоптики обещают продолжительное бабье лето. На неделе ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Столбик термометра поднимется выше обычного на 3-4 градуса. Осадков при этом будет немного. По информации метеорологов, сегодняшнего дня по южным районам Пермского края установится малооблачная и сухая погода. Дневная температура повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. По восточным районам будет несколько холоднее и есть вероятность небольших осадков. Тем временем сегодня днем температура в Кунгуре местами превысила порог 20 градусов тепла.